Белова. Мы с вами находимся возле креста в Белогорском монастыре. Этот крест носит название «Царский», а все потому, что в 1891 году наш царский наследник, в то время еще Николай, путешествовал в Японии, и на него было совершено покушение местным самураем, который напал на коляску, в которой ехал наш наследник, и порезал его саблей два раза, после чего охрана все-таки вмешалась и прекратила это безобразие. И в честь чудесного избавления нашего наследника от смерти, от увечий, был по всей стране праздник, и конкретно в этом месте был поставлен крест. И собор, который носит название Креста Воздвиженский, собственно, в честь этого события был назван. А мы все с вами знаем это событие по названию Японский городовой. Как раз вот про тот самый случай того японского самурая, который напал на нашего наследника.